130 ватт мощности двигателя, настоящих 130 ватт против 125 у 200 модели. Плавная регулировка скорости, это, наверное, самое ценное, что отличает 3000 модель от 200, это плавная регулировка скорости в диапазоне от 10 до 33 тысяч оборотов. Вот, то уже прорезиненный, более эргономичный корпус, прорезиненный, более удобный для фиксации. И, конечно, 4000 модель с максимальным мощным двигателем 175 ватт. Максимальный диапазон скоростных регулировок это 5-35 тысяч оборотов в минуту. Здесь самое ценное это поддержка оборотов. То есть если 3000 модель имеет минимальную скорость 10 тысяч оборотов в минуту, но при этом крутящего момента практически нет. Все происходит за счет инерции и просто за счет качественной, хорошей, острой оснастки. Здесь же, кроме того, что есть инерция, есть еще и константная электроника. Это то, что усиливает крутящий момент на низких средних скоростях. И таким образом здесь есть возможность работать на минимальной скорости 5000 оборотов в минуту, при этом иметь крутящий момент, который позволяет не останавливаться при каких-то серьезных уже работах. То есть он показывает, что он готов выполнять какие-то там более серьезные операции, требующие терпеть нагрузку какую-то. Если где-то я видел вопрос в просторах интернета, что вот все здорово, дерево там туда-сюда, как такая высокая скорость работает с пластиком, на самом деле пластик тоже здорово режется, и режется, как ни странно, и не плавится, потому что просто не успевает. Насадка достаточно быстро обновляет для себя и попадает в новые свежие слои материала. И таким образом получается довольно хорошая качественная резка пластика. Это фреза. Да. Вот и получается ровный, без сколов, срез даже пластиковых всяких разных листов. Ну, в данном случае пятерка оргстекло простое. В редких случаях, если вдруг очень надо, можем рассчитывать на инструмент даже при каком-то более сосна 2 сантиметра, и это то, что нельзя делать нашим инструментом. То есть это тяжелый случай использования. Безусловно, я чуть-чуть понимаю, чувствую инструмент, понимаю, что он готов терпеть в разовом режиме вот такие жестокие варианты. Это то, о чем я говорил, в общем, в начале. То, что позволяет мне вот так вот там демонстрировать, показывать, то, что он действительно терпит, не наказывает нас жестоко своим сгоранием, но при этом очень важно, чтобы вы увидели и не подумали, что о, я куплю там Dremel и буду вот резать такие деревяшки. Я сейчас показал то, чего делать нельзя. То есть это тяжелый случай использования, так же как для нас с вами там поднять штангу, на которую мы просто не рассчитаны. Да, ну, может быть, подготовившись месяц, порепетировав, потренироваться, разок поднять, медаль получить, а потом еще месяц тренироваться, и также здесь. То есть вот это вот сделали, действительно, под розетку надо, там не хочется ничего, какие-то альтернативные варианты использовать.
под розеточку, его хватит, а дальше дайте ему возможность отдохнуть на максимальных оборотах, он сам себя охлаждает, все довольно просто происходит. Диск с напылением из карбида вольфрама, высокая скорость, нет зубчиков, значит, никуда ничего не кидает, поэтому довольно комфортно и здорово можно работать с деревом. Вот это может быть декоративный вариант использования, просто снятие материала. Еще хочу обратить внимание на вот эту новую достаточно насадку, ее раньше не было. Для тех, кто сталкивается с необходимостью обработать с грубой обработкой металла, то очень здорово это делает вот такой вот диск, у которого, как вы видите, спрятан носик, он не мешает, и мы довольно просто обрабатываем. Ну, в общем, можно до бесконечности показывать и показывать и показывать возможности инструмента. Можно было бы просверлить стекло, можно было бы его порезать, можно было бы после порезки отшлифовать, отполировать, награвировать, это вы уже видели. С металлом то же самое, резка, шлифовка, полировка, сверление, заточка, гравирование. По дереву возможности вообще безграничные, начиная от простой выборки или резки, заканчивая инкрустацией, какими-то очень точными, эксклюзивными работами. И, в общем, как я и говорил, возможности ограничивают только воображение, но интересен Dremel на сегодняшний день не только тем, что он предлагает универсальный высокоскоростной инструмент, возможности которого безграничны, а еще и тем, что кроме высокоскоростного инструмента у нас есть еще много чего интересного. Но это в следующий раз.